Ну, как скажешь, продолжаем. Видишь монетки, оставь мне, я хочу кое-что сделать. А где я? А, вот я. Блять, сука, я ж сказал! Уйди нахуй от меня, сука, блять, пиздатый, блять, пиздец, сука, уебок, блять, сука, пиздатый, сука, блять. Ну забирай. Ты ебеть, теперь я пошел наверх, блять. Да что, не заработало? Нет, да блять, сука! Так, Вось, куда... хватит хоть карту, ты заебал куда, уже. Куда нам надо? Ага, нам надо налево. Куда налево? Я, блядь, иду наверх. Но мы можем исследовать еще целую кучу всего. Низ можем исследовать и еще туда. Короче, я понял. Ты, вниз! Так, значит, пошли направо. Куда ты опять вылетел? Подожди. Я, блядь, сука, пойду, блядь, возьму, сука, жидкую, блядь, как тебе на зло, сука, ты меня понял, блядь. А-а-а! Я, блядь, иду снова наверх. Так, стоп, а мы тут уже были? Конечно, были. А, чё, я уже и забыл. А я иду все равно наверх. А зачем? Потому что жидок мало. Конечно, я пойду куплю себе эту хрень. Так она же вроде бы уже не активна. Нет, еще активна. А у меня на... А, ну у меня она просто потухла. А когда у меня я... нет, у меня она еще горит. Нет, когда я ее использовал, она у меня потухла. А у меня нет, я думал, она и у тебя потухла. Нет, она у меня еще работает. Есть! Теперь она потухла. Ну что, сколько миллиардов себе заработал? Уже 44 тысячи. Неплохо. Сука. А ты заебал, блядь, картоман хренов. Я просто всегда смотрю куда, что и зачем. И... Окай. Лестница не всегда приятное место. Смотри, где перепрыгнуть. Может, поможешь? В чем? В том, чтобы меня воскресить. А ты мертв, что ли? Я возле тебя, дядя, стою. Я тебя не вижу. Я вот на полу, вот ты по мне бегаешь. Я тебя не вижу. А чё ты сдохнул? Смерти храбрых, сука, из-за того, что ты меня не смог вернуть к жизни. Ты меня отображайся наверху. А, сейчас и я умру. За компанию. А ты меня отображайся, что ты еще живой, у тебя одно сердечко мигает. Да? Но я все еще валяюсь. Видишь, чувак, тренер до добра не доводит. Что, на бессмертие, что ли, поставил? Чё, обалдел, что было поставлено бы на бессмертие, я бы не сдох. Ну, в принципе, логично, но у меня отображается, что у тебя еще одно хп. Ну, не. Ну, надо давай с контрольной точки. Ну, сейчас я вот вздыхаю. О! И опять все по новой. Нет! А, нет, секунду. Нет! Почему меня не засчитало? Почему? Почему? Где моя четвертая жидка? У меня она не отображалась. Ты сказал, что я ее сделал, у меня так как три у тебя высвечивалось, так и высвечивалось. Ну, давай искать следующий столбик, тогда ты себе четвертую сделаешь. Короче, я, блядь, себе кучу бессмертия, ну вас нахуй. Вот так вот. Заебало, потому что. Да сука. Я что, буду тебя воскрешать? Или давай тебе тоже скину. Кого? Тренер. Зачем? Я по-честному.
Чё-то не видно, что ты был по-честному. В смысле? Сколько одежиток осталось? 4. Ты слышишь звук? Ну что-то слышу, но что только остается понять по карте. Примет. Проклятый лес. Но судя по карте, нас, возможно, ждет очередное улучшение. Понятно. А может что-то похуже. Так, значит, нам нужно вниз. Но пока мы можем исследовать вверх. А, у нас сил нет, чтобы наверх подняться. Окей. Фак! Я сам себя потерял. Значит, вверх мы пока исследовать не можем. Живой? Да. Так, ой, как... Вот, мне кажется, что лучше к этому не подходить. Ладно, не важно. Так, секретки тут нет. А похоже. Присесть. Что там внизу? Контр-точка. Вот, возьми там, иди сюда, может, сейчас выпадет что-то. Да не, у меня все нормально. В смысле? Все нормально. Тебе сердечки не нужны? Нет. Бери деньги. Ок. На это хуже не будет. А, блядь. Так, а, блядь. Да. Тоже работает. Ну ты издеваешься? Я не знал, что это она работает на двоих сразу. Кто? Кто? Кто на двоих работает? Не важно. Что случилось-то? Ну ты у меня мертвый лежишь. Ты правда? На, живи. Теперь я тебе меня воскреси. У меня твой тренер не работает, у меня по-прежнему смерть. А, понятно. Это бум без тренера. Это может в одиночку оно будет пахать, но это ж кого? Значит, только на деньги работает. Так что взломай себе деньги и не парься. Я буду вести тебя, мой ученик. Все учителя. И я сейчас уверен, что сейчас мы активируем что-то и еще будут красные по нам гулять. Точно. По-любому. Пошли. Упс. Ага. Мой косяк, согласен. Да, надо было все-таки апперкот использовать. Приседай. Можешь падать смело. Дайте мне босса, я хочу босса, тот, что был на картинок. Фак! Сука, я, блядь, думал, они выкрученные. С чего это? Улучшалка! Чип и Дейл получают... Гаечку! Нет, синюю энергию. Итак, человек, который бы спас мироздание, взял часть самого мироздания. Теперь ему стала подвластна сила света. С ее помощью стали доступны ранее непроходимые пути. Сильный и быстрый он стал охотником против порождений тьмы. Но путь был не близок, и то, что его ждало, было в тени. Ну, русская озвучка неплохая. Правда.
Ну, мы уже разобрались, как оно все работает. Пошли, мой голубой друг. Пошел ты, голубятня. Так, ну теперь нам только наверх. Чувак, она сейчас сдохнет. Кто? Платформа у меня почему-то мигает. Нам послужило вдвоем стать. Теперь мы едем. А, ну да, я же забыл. Привыкаешь, блин, уклоняться. Теперь, блин, еще можно по ним ходить. А вот к этому мы уже как-то это... Так, спокойно, спокойно. Просто жди, когда красный луч пройдет, и все. Давай. Ты сатану мог победить, блин, меняет цвета, а не то, что я. Если ты помнишь. Что-то ну-ка напомни мне. Ну вот только нужно было цвета менять, когда у тебя шары пускают, красные и синие. Первое счастье. Да, припоминаю. Было дело. Что я до него добраться не мог, и ты ржал надо мной. Ты просто был лох. Кооп испытания. Этот портал идет к испытанию, которое нельзя пройти в одиночку. Нажмите пробел для продолжения. Дождитесь, пока ваш напарник присоединится. Ты обалдел? А что, не хочешь? Ну, давай попробуем, что это такое. Эльдорадо! Итак, испытание Эльдорадо. Соберите все сокровища на быстроту. Ага. Пиздец, блять. Не тупи! Класс, все собираешь, а мне ничего. Я завис. Я тоже. Это так и надо. Тебя выкинуло? Я не чайник. Вот дятел, ладно. Не отчаивайся. Ну да, ну да. Так, подожди. Вспомни управление. Так. Изи мани готовы. Блять, целый левел теперь занят, сука. Да ладно. Блин. Чё-то не попёрло мне, не долетел. Малость, а ты где? А, ты уже внизу. Ох, слишком близко подошел. Подлечился чуть-чуть. Ой-ой-ой, так. Оп. Короче. Я уже запомнил. Сейв. Так, мне нужны жидкие. Дайте мне подкрепиться. О, спасибо. Так, тут. Так, пока у нас силы света ж нету. Аккуратно, аккуратно. Так, тихо, тихо, тихо. Ма! Как мы с тобой синхронно думаем, однако. О! Упс, не туды. А хотя стоп. А ну-ка. Вот ты, блядь. Да показалось, что мы подкатом в секретную зону зайти. Живой. Давай, так. он мой, отойди, я хочу здесь жидкую взять из него в руку. Ну давай. А под... Да апперкотом лучше подкидывай, тогда он уже тебе ничего не сможет сделать. Сука. А, сука. Живи, бро. Итак, это мы уже читали. Да, энергию света мы читали. Ура!
Голубой отряд снова в деле. Дэнчик больше на эту шутку не ведется. Да. Уже не ведусь. Не, лично я жду силу тьмы. Так, все, у тебя уже все жидки на местах, теперь дай мне. Да забирай на здоровье. Я же подкидываю их апперкотом, чтоб не заделать. Это непривычно. А то я тебя могу задеть случайно и все. Мне интересно, наш начальник еще дрыхнет? Да о чем это? Ну, тот храпун. Наш сенсей. А-а-а. Типа, о, черт, перелетел. Ты упал? Подожди, сейчас заберусь. Да-да-да, это я знаю. Поехали. Надеюсь, хоть сейчас не выкинет. Да, надеюсь, вот сейчас не выглядит. Да-да-да, это мы все знаем. Так, ты поверху, я понизу. Блять, Саша, надо было сказать. Ну как в прошлый раз. Так, это не страшно. Блять, сука. Мазафака. Я живой? Я живой, офигеть. Быстрее, давай, включай, ты что-то в хрени. Бегом! Сука! А-а-а, вот оно как работает. Так, и... Бегом! Да, блядь, сука! Нет! Бро! Сейчас оно... О, спасибо, бро. Заходи. Возьми умножитель. А, нет, не туда. Так, нет, вниз лучше не надо. Блин, время уходит, Ай-яй-яй! Да, я тоже заметил, он наебнулся. Вижу рычажок, давай быстрее сюда. Давай, я прыгаю! А, второй внизу. И... Так. Давай, цепляйся. Осторожно. Ёлы-палы. Так. А, просто пробежать можно было. Чутки, блин. Так, давай быстрее. Иди к той двери. Да я понял. Ага. О, блядь. Обтыкал. Давай, бегом, финиш. Ура! Фу. Не, заново не хочу. Продолжить. Фу. Ура! О. Не, я больше так не хочу. Это, конечно, весело. Но слишком нервотрепно. Так, иди сюда. Он мой. Да забирай. Мне нужна жидкая. Чё, это много бабла, дай мне, а? Чё, бедный? Слышь? Так, где мы? Куда мы попали хоть? Так, нам нужно топать. В игре, чувак. Нам нужно топать аж на самый верх. Ну ладно. Дай хоть я открою, то хоть раз эту чёртову карту. Да, открывай, смотри, изучай. Я уже босса поскорее хочу. Мама Мия! Короче, апперкот спасает по любасу.
Стоп П. Залезай давай. И на другой стороне можно тут залезть. А, об цветок тоже нельзя шарахаться, понял? Да. Там, блин. Тихо. Тихо. Об синюю можно. Так, ага, значит... Ага, значит слева тупик, значит я сейчас слева все исследую. Там, блин. Об цветок же нельзя. Об цветок нельзя. О, жидко. Спасибо. Ох, сука, нифига себе! Что, куча бабок? Нет, куча ловушек. Нифига. Поскорее бы все силы взять и все. Можно будет вообще не париться. О, спасибо. Это хорошо. Так. Куда? Я мертв. Блять. Мудрец. Как это говорить, мудрец? Ну. Я какую там я забыл? На У. А. Так. Здесь мы по-любому получим силу протыкать землю. Да твою мать! Да твою мать! Сука, смертная. Да. Цветочек. Его можно разрубить? Уже не знаю. Быстрее, я отдыхаю. Перепрыгивай. Извини, цветок не дает перепрыгнуть. Ну я-то перепрыгивал. Ну да ладно, вот сейф, все, пошли дальше. Ага, сейф, а что внизу, ты посмотрел? А, там внизу что-то есть, я ж тут не был. А, сколько тут нянечек. Бабки. Тихо. Тихо. Так, так нам куда? Нам наверх? А, да, нам же наверх. Бля, я понял, когда умираешь, бабки сбрасываются. Да ну. Отвечаю. О-о. А, цветочек можно убить все-таки. Что, цветок убивает? Да. Фак! Сдохни, тварь! Ага, тут нужно сила тьмы, чтобы туда пройти, я понял. Так, кинь сюда паучок. Так, а это чё? А, телепорт у нас пока недоступен. Так, а куда я пошел? Не туда я пошел. Ага, тут у нас все закрыто. Я понял. Ну нет, так нет. Давай, поднимай меня. Я врачиться какой-то индеец, блядь, одетый. Нам уже наверх нужно упасть. Не торопись, бро. Ты свои волыны любого достанешь. Мама, помоги! Такое, блин. Так, а это... А, понятно. Пусти. Ага, понятно. Слышь, может ты вернешься? Потому что я не допрыгну без тебя. Ладно. Ну, посмотри, ничего интересного, вообще ничего. Ну, это жидко, не ломай их. Блять. А, ну, вроде жидкое было, не было жидкой. Нет, тогда он куда? А, понятно. Нам наверх. Тут мы просто себе плюшку взяли и все. Фак! Ты тоже наебнулся. Нет, ты реально индеец такой, бля. Бля, я с тебя зацепился.
такой крутой. Так, телепорт не пашет нам сюда. Здравствуйте. Стой, жидко. Бери, 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 бери ее себе. Не, она уже нет тебе. И мне. Все. Так. Ой-ё. А! Ну почти пробежал. А, так. Я думал, получше стёр. Хуя! Не успел. Так, а что у нас тут? Так, ой. Кто там? Тут? Немножко денежек себе взял. Сейчас, и тут надо будет поосторожнее. Спать. Чел улетел, так, секрет. Бля, она до самого конца, сволочь, я думал, исчезнет. Блин, давай еще. Да живой, живой. На последнем издыхании. Сложно. Это вообще... Как лучше сначала ты пройдешь первым? Это вообще реально? Цветочек. Молодец. О. Я пойду рычажок активирую. Что там? Ну, короче, вот это вот. Воскреси меня, еще раз за кристалл. Возьми быстрее жидку. Кристаллы жизни. Эти зеленые кристаллы восстанавливают ваше здоровье. Атакую врага, также можно их найти. То есть, что нам надо? А, просто стоять. Окей. Просто стоим, жидко останавливается. Сука. А мне нужно пополнение жидок. И вниз, да? Ничего, бошку не снес. Кому? Мне! Так махнул мечом, что ничего, бошку снес. Ух ты! Вот это дверка! Понятно. Это и есть, походу, босс, да? А ну, карта. Да, это дверь к боссу. Слышь, бой, смотри. И шо? Не поддается. Пошли ключ забирать и готовься. Под конец будет жарко. Мне бессмертие уже включать? Нежелательно. Я понял. Так, стой, не туда. Да, нам вниз. Нам эпически надо вниз. Чё ты, блин? Мы сейчас по новой локации будем искать ключи. Ну ладно, птички, ведите нас, точнее бабочки. Да. Так, секретов нет. Нет, не ломается ничего. Ух ты ж, подожди, какой интервал? Не тот интервал. Немножко раньше, блин. Немножечко. Стой. Так, птички, а точнее цветочки. Погоди. Так, они вот так вот стреляют, да? Сдохни. Подрись. Так, я подожди. Жив. Сесть. Фу! С прыжком успел. Блядь, я мастерски подкатил. Можно было и так. Знаешь, ты как подкатываешь. Там девушка, если смотрите это видео, видите, он подкатывает. Так, он мой. Забирай. Отдай мне, не нужны бабки, не нужны жидки. Вот тебе еще один. Иди сюда. Сука, блядь. Чуть не прет, так, а куда нам? А, наверх. Слева тупик. Сейчас, потом секунду, секунду. Ой-ё, и... Оп! Оп! До свидания. Кисто, лестница! Ассасины. И как назло.
Нет? О, забирай. Ладно. Я потратил шутку, как назло тебе снова дали. Было смешно. Ой-ой-ой. От врагов избавимся. Так, что у нас? Куда нам? Ага, нам наверх и потом топать аж туда. Надо сначала налево, слева у нас тупик. Что у нас внизу? Аккуратно, аккуратно, аккуратно. А, тут у нас вкусняшки. Ну, враги тоже. Сколько у меня денег? Тебе беспокоиться не о чем. Шмари. А, блин, круг. Надо тут сидеть. Подожди. Так, моя. Иди сюда. Не было жидки. О! Увидел разрушенную стену. О, да. Ну покупай. А теперь мы с тобой на равных. Сука. Сука. А, 20 тысяч надо потратить, у меня только 17. Погоди, ты не потратил? Ну у меня 17 тысяч, а нужно 20. Странно, у меня отображается, что у тебя 5 жидок. Да ну. Да. Не, у меня 4. Отвечаю. Блин, ты чехотра. Я ж тебе ничего не ломал. Я знаю, но я себе тоже на деньги сломался. Ну вот, мне пишет, мне еще 3000 не хватает. Так что мне надо побольше еще денег подкопить. Мазафака. Да, меня подожди, я тебе подбегу. Так, бабки, дайте мне бабок. Блин, ну еще чуть-чуть. Еще капелюнечка. Да, блять, сука, когда я с врагом сражаюсь. Я ж тебя не. Я ж тебя не вижу! Иди сюда, тут плюшки. А, внизу плюшки? Да, внизу тут. Блин, мне чуть-чуть уж надо. На нахер жидко, мне бабки нужны. Еще 2000. Еще 2000. О, вверху большой сосуд. Значит, там много денег, мне как раз понадобится. Отдыхай. Блин, 400 золотых еще надо. Иди ко мне. Да я видел, там два стоят. Так, лучше еще... с другой стороны. Да, да я знаю, сейчас так вот, вот так вот. Вот, так вот. Я бегу. Я бегу. Жидки! Жидки! Так, где они? Фак, это снова через вас нужно пробегать. Ладно. Это стоит того. О, вниз! Что? Фу. Просто сказала, не услышал. Ну что, вся? Ну что, как у тебя теперь это ваше? Снова 5 жидок или уже 6? Ну, видно, что только что одну потратил. Не, ну, мне посмотри, сейчас отображается, что... 5! Не, ну тоже мне отображает, что у тебя 5 жидок. У тебя же осталось вообще одна, и тебе-то сдох. Ну я ведь теперь тебя нахуй, блядь, воскресить. Вообще, в смысле воскресить? Я сейчас стою наверху. Я живой. Да. А у меня отображается, что ты мёртв. Да ну. Отвечай мне, что ты секунды стал. А чё за хуйня? Ход ком вообще какой-то лаганый. Ты точно тебе опять ничего не ставил? Нет, абсолютно, только на деньги. Вот ты сейчас возле меня стоишь. А я только что сдох. Норм. Чё за хуйня, блядь, творится? Так, а с контр-точки можно начать? Продолжить таблицу, выйти.
А ну-ка, добеги-ка быстрее до этой, до сохранки. Я вот возле контр-точки. Сейчас посмотрим. Ну, начать с нее нельзя. Ну, давай тогда по отдельности двигаться как раз к краю карты, сохранимся и перезайдем. Да ну не, давай уже. А вот до края карты осталось чуть-чуть. Куда я сдох? Да ну. Отвечаю, у меня твое время вышло, типа я скажу, что ты умер. Твое время вышло, и вдруг на хоп, а я сдох. Ладно, я тогда подыхаю. Враг, давай, убивай меня. А ты сам не можешь убить, что ты? Ну, я ж хочу, как говорится, вместе. Давай уже добегай до финиша, может я забыл. А я уже все. Отчет пошел. Да что за хуйня говорит? Я ж ничего себе не ломал. Ну, может что-то сломалось при прокачке и здоровье. Все может быть. Главное, игра не вылетает, это самое главное. О! Теперь у нас у тебя 5 жидок, у меня 4. Ну, значит, это при прокачке жидкий просто глюк возник. Вот и все. Ого! Так, чувак, давай. Вниз. Подожди, не лети. Так, приготовься, чувак, сейчас будем перейти. Я знаю, ты упадешь, мы поднимемся. Готов? Так, а что там наверху интересно? Нет, там не ловушка. Ну, почти. Бабло. Мани, мани! Мазафака, куда я упал? Я не хочу. Контур точка. Я секундочку. Ключ. Ходя, блять! Извини, я просто ключ хранителя взял. Теперь у нас открыт путь к боссу. Что-то внизу интересное нашел. Ну. О! Ну, а нам куда вообще надо? Если судить по карте, то как раз иди туда, куда я, то что у тебя там тупик. Сейчас, секундочку, у меня тут парочка врагов. Сейчас тут зачистить. Слушай, вот я там есть, забирай себе, я к тебе не буду топать. О, жутко. Забирай все, что есть. Ключик я взял. Цветочки. Как хорошо, что можно цветочки валить. Тайная комната. Ну, забирай все, что там есть, как я говорю. Мани, 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 мани. Что, еще одна очередная прокачка жизни? Нет. Только сундуки. А ты тебе пришел ко мне, блядь, в любом случае спускаться, то я-то не поднимусь без тебя. Твою! Ты в любом случае за мной спускаться. Ну ладно, все цветочки уничтожил, так что не страшно. О, вот она, блин. Вот она, прелесть компа, да? Черта кооператива. Не упал. Так, на серединку присесть. Сука. Да, с нашей такой сложной работы сейчас мы босса будем очень приятно удивлять нудизмом. Это точно. И нудизмом тоже. Цветочки. Жутко! Открывай, сова!